Для личанина Максимилиана Семенова сегодня особенный день. 20 апреля ему исполнилось 18 лет, а это значит, он получил право принимать участие в избирательных кампаниях. Первой такой стали выборы президента Республики Беларусь. И Максимилиан, конечно же, пришел на участок для голосования. Причем он был в числе первых избирателей. Я вообще считаю, что голосовать это важно. Один голос может решить много чего. Я в первый раз пришел голосовать. Для меня это было, конечно, такое, я очень волновался, я не мог заснуть особо, потому что не знал, я придумывал много разных вариантов, что будет и как происходить. Члены участковой избирательной комиссии поздравили Максимилиана с его первым участием в выборах и вручили подарки. Как впервые голосующий, он получил билеты на посещение матчей с участием хоккейного клуба «Лида» и футбольного клуба «Лида» и билет на посещение Лидского историко-художественного музея. Такие же получат все, кто в этом году впервые участвует в выборах. На участке, где голосовал Максимилиан Семенов, их 14, трое воспользовались правом досрочного голосования. Мы рады, что на нашем участке граждане, которые проживают по улице Красноармейской, Крупской, Куйбышева, проявили свою активную гражданскую позицию, обозначили свою позицию, пришли на досрочное голосование. В целом, за период досрочного голосования 35% граждан, которые проживают в рамках нашего участка, изъявили свое желание воспользоваться досрочным голосованием. Избиратели на 15-м участке для голосования, который расположен в 6-й школе, появились сразу же после его открытия. Среди тех, кто сделал свой выбор утром, была и Татьяна Шалимова. Пришла с утра по причине того, что муж работает с 9 часов, я с детьми сижу. И вот этот промежуток времени, который освободился, так, поэтому я и пришла. Но я считаю своим правом административным, так скажем, или долгом проголосовать и сделать свой выбор в пользу стабильности, в пользу надежности, уверенности в завтрашнем дне. В первой половине дня на участке избиратели были постоянно. А это лучшее доказательство того, что личанам не безразлично, какими будут предстоящие 5 лет в Беларуси.